Всем привет! Мы находимся в Марселе. Только что прибыли, чтобы здесь прогуляться, вообще посмотреть город. Первый раз. Сейчас я в дискамере пройдусь, где мы сейчас находимся, в старом городе. Откуда начинался Марсель? Здесь очень много старых зданий, и шато, и разные порты. Вот. В общем, сейчас я пройдусь камерой в округе. Пойдем дальше.
музеи мы не пойдем в этот раз. Для этого нужно больше подготовиться к этому. Будем гулять в Марселе. Тут красивое очень здание, тоже видим какая-то церковь. Пойдем туда. Здесь где-то недалеко, вот тот Эйланд, мне кажется, вон там, если я не ошибаюсь, замок Ив из Монте-Кристо, рассказ, который все, очевидно, читали, все знают, замок Ив. Ну, это уже тоже в следующий раз, очень хочу все посетить, но... Пойдем дальше. Катедрал де Майор. Де ла Майор. Музей. Так интересно построено все. Все музеи наверху, а внизу вот и проходят вот такие вот дороги, чтобы не, как его, не нагружать туристов, переходить по ним. Забрели в такой маленький уголок, сработали. Какой-то, видимо, художник. Там можно покушать. Огромный отель.